сегодня хотим сходить в кафе, там, где кошечки гуляют. Все, идем в кафе. Клубоковярня. Мяу. Итак, вот мы и пришли в кафе. Много столиков на улице, но было прохладно, никого здесь не было. Но очень много мест для того, чтобы посидеть и выпить кофе. Здесь, как мы видим, пирожные, всякие всевозможные торты. Можно заказать разное кофе, что мы и потом сделали. Красивый, конечно, интерьер. Сами коты находятся в таком загороженном отсеке. Стоит такой решетчатый забор, и туда за него заходишь, и уже там стоят столики, где можно сидеть и наблюдать за котами. Котов в руки брать, оказывается, нельзя. Вообще коты очень дикие, абсолютно не хотят, чтобы их погладили, поласкали как-то там что-то. Всего котов было 4 штуки, и все они были дикарями. Вот один из этих котов, который лежал в своей кровати и никак не хотел спускаться к нам. И был, конечно, этим возмущен моим присутствием. И также было невкусное пирожное и холодный кофе. Короче, 2 балла этому кафе. Но есть в Польше, в Варшаве, еще одно кафе. Можно было сыграть в разные игры, в карты, что мы и сделали. 15 минут посидели, поиграли и пошли домой.